Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Лемболово. На участке Сергея Серва компания «Своенова» производит необычный монтаж для лестницы на винтовых сваях, которая соединит верх и низ крутого берега речки Вьюн. А некоторое время назад «Своенова» уже установила на этом участке свайный винтовой фундамент под новый дом. Грунт оказался непростым, но для профессионалов компании это не стало проблемой. Рассматривалось несколько вариантов фундамента. Такие варианты, как плита и ленточный фундамент, здесь оказались нежизнеспособны. Там, где невозможен любой другой вариант, всегда выручают винтовые сваи. Сложный грунт или пересеченная местность – это их стихия. Особенно в том случае, если скорость монтажа и ценовая доступность для вас не пустой звук. Изначально совет друзей был «Своенова», замечательно и отзывчиво. В плане моих пожеланий, по сложности именно сварных конструкций, швов, в принципе, меня все устраивает. Поэтому с вашей компанией планирую продолжать сотрудничество. Кроме дома и лестницы, Сергей собирается возвести баню на винтовых сваях и даже навес. С таким партнером, как «Своенова», все его планы станут реальностью в самом качественном исполнении.